Великое противостояние близится снова. Блогеров испепелять будут опять. Узнай, на какой стороне я в этот раз буду в противостоянии. Переходи по ссылке в описании, там первая серия уже вышла, я там уже есть. Хоть, в принципе, недолго, но все равно есть там. Посмотрите, я как бы за плохих, за хороших. То, что мне здесь зеленый световой меч, еще ни о чем не говорит. Вот, так что по ссылке в описании узнаете, что произошло. Ну, а сегодня я хотел поговорить с вами про игры на тему «Звездных войн». Ведь скоро выходит новый фильм. Давайте обсудим, какие крутые игры были на эту тему. Поехали. Пятое место. Star Wars Force Unleashed, игра, которая вышла в принципе недавно и достаточно высокотехнологичная, у нас будет на последнем месте. Скажу сразу, я в детстве очень много играл в игры по Звездные войны, в принципе, наверное, прошел их все, и этот топ, он чисто по моим предпочтениям. Это чисто игры, которые понравились мне. Если вы с этим топом не согласны, ну, что поделать, друзья, значит, наши мнения с вами не сходятся. Итак, Force Unleashed, это игра, которая нам преподнесла Next Gen. По факту, это была первая компьютерная игра, в которой присутствовали действительно искусственный интеллект. Там и клоны друг за друга хватались, и прочее. Было очень классно, и плюс это первая игра, в которой мы увидели нестандартное положение меча, где он держится не вот так, а обратным хватом. Это, в принципе, брутально, но тянет максимум на пятое место. На четвертое место я решил поставить игру не сколько про Звездные войны, а скорее про Лего, и это Лего Звездные войны. Знаете, эта игра мне очень сильно понравилась в том плане, что, во-первых, там есть кооперативный режим, а во-вторых, ну, она действительно веселая, классная, как бы, и про Звездные войны, там есть и сюжет, и там действительно есть все. Единственное, в эту игру нужно вот сесть и играть основательно, без перерывов. Буквально за одну ночь можно пройти, собираетесь с друзьями, садитесь и играете всю ночь без перерыва. Ну и самое классное, то что в отличие от любой другой игры по Звездным войнам, здесь можно поиздеваться над персонажами и создать какого-нибудь гибрида-мутанта, у которого две будет головы, четыре руки и прочее, со световыми мечами, с бластерами и много чего другого. Именно в этом фишка Лего Звездные войны. Ну а мы идем дальше. Третье место. Про следующую игру вы, возможно, даже и не слышали, но лично для меня это была первая игра по Звездным войнам, где я увидел световой меч и где им можно было пользоваться. Ну и плюс, эта игра называется так же, как и новая часть фильма «Звездные войны. Изгой». Тут вы играете то ли за Оби-Вана Кеноби, то ли за чувака, который очень сильно на него похож. И в целом, тут есть все. Тут ты и бегаешь, и световые мечи, и стреляешь. И сюжет при этом какой-то присутствует. И очень динамично, и очень сложно. И первая миссия вообще, наверное, самая сложная в игре. Это когда у вас нет вообще никакого оружия. Обязательно попробуйте найти эту игру. Она просто супер древняя. Не знаю, ей может быть лет 20-15. Но это действительно одна из первых игр, в которую я поиграл о Звездных войнах. Ну а на второе место я решил поставить многопользовательскую игру Star Wars Battlefront. И это не тот Battlefront, который вышел вот недавно, а старый трушный Battlefront, который лично у меня был на двух CD-дисках. Да, его нельзя было скачать из Steam, его нужно было покупать на дисках и ждать практически 2 часа, пока он установится. Это старый добрый Battlefront. Там тоже были световые мечи, но самое главное, это геймплей. Мультиплеер, стреляешься, то же самое, как Counter-Strike, только по Звездным войнам. Ну а теперь, друзья, первое место и, на мой взгляд, самая лучшая игра по Звездным войнам на все времена. Звездные войны, Академия джедаев. Эту игру лично я прошел, ну, раз в 8. Как минимум, потому что там несколько разных концовок, и все их хочется увидеть. И плюс, сюжет там меняется в зависимости от того, какие силы ты выбираешь. Если ты качаешься за светлую сторону, то у тебя одна сюжетка. Если ты хочешь пулять молнии и всех душить на расстоянии, то у тебя уже совершенно другой сюжет. Это нереально круто. Плюс тебе в самом начале игры дают световой меч, ты можешь выбрать на нее цвет, ходишь, всех рубаешь, прям сразу с первого уровня. Ну и в целом там очень много разных злодеев, очень много разных поворотов сюжетных, очень много разных видов световых мечей, то есть там не только обычные, есть двойные, их можно кидать, их можно швырять. Эта игра никак не связана с фильмом, но зато у нее свой сюжет, у нее своя вселенная, и это действительно круто. Если вы спросите у любого фаната Звездных войн, классная эта игра или нет, он без запинки скажет, что и эта игра классная, и ее продолжение. Ну, и это тоже плюс, потому что у нее есть продолжение. Именно поэтому я решил поставить на первое место именно Star Wars Jedi Academy, Академия джедаев. Очень классная игра, если вы в нее ни разу не играли, то
попробуйте, и я вам гарантирую, как минимум 2-3 раза вы в нее еще точно поиграете. Ну и на этом, друзья, у меня все. Ставьте ваши лайки, если вы сыграли хотя бы в одну из этих игр, или, может быть, вы даже сыграли во все, и напишите в комментариях, какие игры по Звездным Войнам нравятся лично вам. Возможно, я просто какую-то упустил из виду. Ну и не забывайте переходить по ссылке в описании, смотреть Великое Противостояние, ведь там снимаюсь я. Узнаете, за какую сторону силы я там выступаю. На этом у меня все, друзья. Меня зовут Тимур, и я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Счастливо!